Спасибо большое за донат от Stardust и же с ними. С текстом «Смотри, коммуняк, не полюби после такого случайно». Блять, смотри только, коммуняк, не полюби случайно после такого. Больно гладко стелят, заманчиво. Ну... Вообще, левые очень часто, как бы, это... В музыке превосходятся, тут, правы. И это я говорил, это один из моих внутренних таких конфликтов. Бесконечно. Но это такой... Какой-то такой слегка унылый скопанк. Да не особо-то гладко стелят, типа, блин. Раз, два, три, пиздатые мы, 4, 5, 6, короче, нас никого не есть. А, я что-то смотрю немецкий звук, там английский снизу есть, что-то я даже не пропалил. Очевидно, мне, конечно, АБЦ и Айс Вайдра из немецкого понятия могу. Какие-то там Бессер, типа, да, Беттер можно понять, но не более того. Тактум тон тоже понятно. Тут тоже понятно. Ну и фрай, фри тоже. Многие слова похожи на английский. И дойч тоже понятно, и юнг тоже понятно. Тоже Вирзентале, Фрае, Дочи, что-то там, типа, мы все свободные немецкие молодежь. Вроде Бестфройнд. До хера похожего. Тут даже мне интереснее сходство немецкого с английским, чем музыка. Тут уже извините. На это текстом, конечно, понятнее, чем на слух. Да не, ну тут это не то. Все-таки вот. После Rage Against the Machine можно задуматься, а тут как бы, ну так. Конечно, прикольно. Такая веселенькая песенка для... А, шведская группа про восточную... Да, про восточную Германию.
Я не знаю, какого она года, эта песня. Интересно. А, ну не такая уж и старая на самом-то деле. Не такая уж и старая. Ну... Ну, тогда вообще нечего сказать. Если бы это была песня каких-то супер еще более бородатых времен, тогда можно было бы сказать, типа, ну, упух, наверное, это лучше, чем то, что было тогда еще, все остальное. Но так, как бы, чисто музыкально, не, ну, то есть, как и многое такая музыка с каким-то текстом политизированным, очень часто, к сожалению, когда хотят донести типа какой-то смысл в песенно-текстовом варианте, очень слабо заморачиваются над тем, чтобы хорошенечко проработать музыку. Ну и здесь так.